So, Pink Paradise is probably today the most successful variety in the pink indeterminate market in Europe, Russia and Central Asia. Значит, на сегодняшний день Секата считает, что Pink Paradise это наиболее востребованный томат в Европе, где имеют продажи в Европе, России и Центральной Азии. It's considered a reference in taste and agronomic aspect in pink tomato. Касательно получается вкусовых качеств и агрономических аспектов его выращивания. This is the type of fruit about 220-240 grams. Ну, это тип продукта, который есть, это 220-240 грамм. Very good taste, very good shelf life and very easy variety, easy to grow, grower friendly. Да, то есть получается, обладает очень хорошим вкусом, хорошая ранняя спелость и очень легко выращивается, что самое немаловажное. This is what the sort of promotion that we are doing in Central Asia and in Macedonia. We are, the taste is so recognized, so demanded by the supermarkets that we are putting a specific sticker for the growers who grow this variety to identify the boxes of Pink Paradise. Это специальный стикер, который клеится на томатах. Он предлагается сейчас в Центральной Азии, в Македонии. Это для того, чтобы покупатель именно нашел томата, обладающим высокими вкусовыми качествами. Our target is because pink tomato introduced on the market as a tastiest variety. And we know that we have a lot of other companies who produce pink tomato, but the taste is like carrot, like potato. So we want to keep on the market the target of pink tomato. Значит, цель Секаты получается предложить потребителям тот томат, который действительно будет обладать превосходным вкусом, потому что очень многие компании предлагают, как бы выращивают тоже розовые томаты, но по словам Марьяна, розовый томат как бы, ну, он будет розовым, но с вкусом, ну, скажем так, отличающимся вкусом картофеля, например, было так сказано. In pink tomato, what Marjan said is very important. There are two lines of research. Or you work on taste, or you work on firmness, on shelf life. Да, как уже, ну, еще раз Висент повторил слова, что для томатов идет разделение по выращиванию. Не по выращиванию, а по поиску томата. То есть первые томаты это идут с отличным вкусом, вторые томаты это ищут направление, где можно легко выращивать и, ну, скажем так, для транспортировки и хранения. Это два разных направления розовых томатов. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.